Всем привет! Я сегодня, в общем-то, сижу в формате «Здрасте, у меня есть грузовик», точнее, был. Вот. Но размышлять я, естественно, буду не о играх. Вообще, надо уже называться справедливо. Я вовсе не игрок. Starper Gaming – это будет, пожалуй, самое хорошее название для себя, поэтому как бы что я хочу, в общем-то, высказать в данном случае, о чем я хочу, собственно говоря, поговорить. Чат я вряд ли увижу, так что кому я, в общем-то. Я замечаю в последнее время очень интересное разделение среди американцев, да и среди наших тоже, в принципе. И в общем и целом есть одна единая тенденция. Одни люди очень сильно хотят социализма, причем именно социализма не настоящего, а некоторые хотят настоящего социализма, по крайней мере такого, как в учебниках. Какая-то часть хочет социализма, какая-то часть глубоко падает в нацизм, не прям прямой нацизм, в смысле там, хотя там есть течения и такие, грубо говоря, то есть разделение на тех, кто понимает, что происходит и хочет что-то изменить, то есть эту систему, по крайней мере, то есть как было описано, наверное, описано Марксом, было, что будет как бы следующая переходящая фаза, вот. А есть еще другое течение, которое хочет, поскольку они консерваторы, то есть консерватор, то есть законсервировать, они хотят законсервировать все как есть. Но, естественно, они без изменений тоже не смогут прожить. Есть, безусловно, другая как бы сторона у обоих течений. Есть консерваторы, которые хотят оставить все как есть. Вот. А есть либералы, которые хотят оставить все как есть. Никто из них, естественно, не прав, к сожалению. Я вынужден с сожалением это признать, что никто из них не прав. Но интересно не это, интересно другое. Интересно, что как бы у меня такое впечатление, что все это делается, вот кажется, с одной стороны, да, это все хаотично, что либералы хотят там хаотично сохранить свою власть, сохранить как бы мир такой, как он есть, как можно дольше и все такое. А дико извиняюсь. А консерваторы, да, они хотят каких-то изменений. Казалось бы, консерваторы, какие изменения к черту? Вот. Они хотят изменить мир и его как бы модернизировать, да, допустим. Хотя вообще, конечно, это бред какой-то полнейший получается, потому что на самом деле, по большому счету, то есть, проблема даже не в том, что хочет одна или другая группа. Проблема вот в чем. Проблема в том, что война невыгодна. А такое впечатление по США именно конкретно. У нас, я думаю, что до этого не дойдет, поскольку у нас все намного лучше обстоит с этим делом. Но вот в США вот такое впечатление стопроцентное прям. Вот впечатление, что хаотически, знаете, люди начинают ненавидеть друг друга. До такой степени, что готовы уже убивать друг друга. Они уже готовы убивать, да, они, наверное, убивают друг друга. То есть люди хотят уже убивать друг друга, люди настроены на то, чтобы убивать друг друга, люди верят, что убийство там либерала или убийство там какого-нибудь консерватора — это нормально. То есть там настолько глубокое разделение вообще. И с одной стороны, да, как говорит Хайзен, что это как бы паника и попытка сохранить мир таким, какой он есть, но с другой стороны, если посмотреть, то нет ничего там абсолютно случайного. Там все четко
поддается вполне себе описанию, куда толкают людей, для чего, ну, как бы не для чего, а скорее всего, какими способами толкают людей, какая риторика звучит, то есть четко подается все это. Есть также как бы другая сторона, естественно, этой медали, что нам-то подается это все как... Ой, господи, извините, я что-то сегодня немножечко туплю. Нам это подается как бы... То есть, что как бы пришел, да, Трамп и типа там продвигает свою точку зрения, свою теорию, там, именно Трамп. То есть, как у нас во всем виноват Путин, а у них там это самое. Трамп пришел нас спасти. Господи. 70 лет человек был миллиардером, развлекался как хотел, блин, жил только за счет своего имени, а сегодня, а 70 лет вдруг одумался и решил такой, а не пойти ли мне защищать интересы людей? Звучит прям не то чтобы правдоподобно, звучит просто офигенно, прям правда, прям да, чушь какая. Вот, то есть, ну если видно целенаправленную травлю людей, именно там, то есть именно направленную травлю, например, направленную на мусульман, на евреев, на феминисток и феминистов, кстати, на в целом устроенную модель современного, как бы, вот эту вот модель, которая закостенела, и сейчас она происходит, как бы, она существует, как бы, да. И с другой стороны, ты видишь, как будто бы это все хаотически. То есть, если со стороны, там, например, Трампа, нацизма, вот этого вот корпоратии, вот конкретной, ты четко прослеживаешь, то есть, тенденции, да, вот тут вот вкидывают, вбрасывают там, ненавидеть евреев, ненавидеть там негров, ненавидеть там, потому что уже, например, люди, которые сидят на пособии на welfare в Америке, это уже не люди, это уже так, отбросы, их можно уже убивать. Негры это уже не люди, это уже отбросы, их можно убивать. Евреи это не люди, это отбросы, их можно убивать, там они нас грабят. Мусульмане это вообще там трахателей ослов, так что их можно тоже убивать. То есть, и это все целенаправленно людям в голову вкладывается. Мало того, еще же есть, не забывайте, что социалисты и есть, конечно же, коми. Ну, коми это вообще пипец, коммунист это вообще, это просто оскорбление. То есть, по большому счету, там две тенденции. Если ты левый или либерал, если ты левый либерал, да, там, то ты коммунист, и это оскорбление. И с другой стороны, если ты правый консерватор, ну, грубо говоря, там, да, правый консерватор, то ты нацист. Все это оскорбление. Никого не интересует понимание терминов, о чем мы говорим, то есть кого мы называем, как мы хотим как бы подать это сами. Потому что нас, ну, то есть человека отдельного, то есть, как один американец сказал, все американцы тупые. Ну, действительно, американцы сейчас это вот люди с промытыми мозгами, абсолютно начисто вымытыми мозгами, то есть. Здесь вопрос не в том, что как бы люди плохие, хорошие, тупые или нет. Нет, меня больше интересует, почему, вопрос такой интересует, почему создается полностью абсолютно военная обстановка, когда люди друг друга просто люто ненавидят, а у нас в России это происходит, кстати, точно так же, но намного-намного мягче, но тенденция та же. То есть расцвет национализма, то есть я бы не назвал, понимаете, это национализмом, то есть в Америке нет национализма, там нет никакой национальной идеи. Какая там национальная идея? Заработать бабла? Ну, это бред. Но создается полностью революционная обстановка, возможно.
Как бы давайте так, тут вопрос есть такой, что в 1917, да, 1900 там, ну, 1900-х начале, такая обстановка создавалась по полностью 100% объективной ситуации. Не было, кроме церкви, естественно, институтов промывки мозгов, не было институтов ультрапропаганды, я бы назвал ее. Это не просто пропаганда, это очень тяжелая пропаганда, то, что мы сейчас имеем. Не было возможности воздействовать на массы с помощью средств массовой информации. Не было возможности вбрасывать в огромных количествах бредовые идеи, хотя они все равно вбрасывались тогда. Вот. Тогда не было таких возможностей, которые есть сейчас, которые были созданы за последние там лет 70 примерно. И сейчас назвать этот, понимаете, процесс неконтролируемый, создание вот этой революции, предреволюционной обстановки, назвать этот процесс неконтролируемым или хаотичным, или востребованным хотя бы, ну даже язык не поворачивается, потому что даже со стороны современных социалистов в России, да, социалистов, коммунистов, я не слышу разговоров о том, что мы живем как бы, ну то есть мы голодаем, да, там, нам негде работать, у нас там, не знаю, там, что там еще, что тогда, нас избивают, да, притесняют, то есть вот что-то такого прям критически прям ценного, потому что у нас избивают и притесняют только исключительно либералов. Вот бедненькие, они да, они вот все страдают. Социалисты нет. Со стороны социалистов этого не слышно. То есть я натыкаюсь на социалистов, либо есть дом, либо есть квартира, есть машина, скорее всего, есть работа, есть, не знаю, мобильный телефон и компьютер, чтобы в интернете об этом пообщаться. То есть вот. Ну, естественно, то есть это же интернет-среда, так что без как бы с рядовыми как бы такими я не пообщаться просто не смогу коммунистами, у которых нет доступа к компьютеру и так далее. То есть безотрицательно того, что у нас, то есть очень низкий уровень зарплат, у нас очень низкие стандарт жизни. Ну как низкий, во всей России низкий, но в центрах все равно хорош. Вот. У нас вымирает деревня, у нас сокращается население, ну и так далее и тому подобное. Не отрицая этого всего, я могу сказать одно, что мы не голодаем. И это прям самая-самая критическая точка, понимаете, приложение всегда-всегда для толпы. Важно именно, что толпа не голодает. И пока толпа не находится в критических условиях, то есть, как говорится, пока петух не клюнет, извиняюсь, пока петух не клюнет, для толпы критическая точка не будет преодолена. А что мы видим на самом деле? То есть вот эти все люди, которые, у которых есть работа, у которых есть стабильный заработок, никто у них работу не отнимает, они могут сидеть в интернете, не знаю, там, годами, поливать грязью власть, поливать грязью своих соперников, поливать грязью кого угодно, да, никто их не посадит ни за что, никому они не интересны. То есть свободы, то есть те же самые либералы сидят в интернетах и строчат посты, в которых, то есть у них там все быдло, все там мразота, все дегенераты, дебилы, еще кто-нибудь. Вот, кстати, я это уже у коммунистов слышу, хотя это чисто либеральная, конечно же, абсолютно степень, ну, абсолютно либеральная точка зрения. То есть вот никто, то есть свободы слова их никто не лишает, не притесняет. Пожалуйста, сиди себе в своих, блин, соцсетях и распространяй, что хочешь про власть.
в карман только не лезь. Ну блин, ну кому понравится, если к нему в карман полезут? Ну серьезно. Конечно, тебя сгноят. В карман не лезь, в остальном делай, что хочешь. Хочешь там картинки страшные про Путина, там, не знаю. Хочешь там про правительство, про либералов, про, не знаю, там, про нацистов, про фашистов, восхваляй Сталина. Да делай ты, что хочешь. Вообще. Там на Западе это с этим тяжело, потому что там ЛГБТ обижать нельзя, потому что на тебя могут подать в суд. Мусульман там в каких странах обижать нельзя, типа, ну это точно не знаю, но по крайней мере так это декларируется. На тебя подадут в суд, а могут и просто-напросто закрыть. Ну и так далее. Вот, в России такого нет. Но что я вижу, как бы. В ярком проявлении, да, я вижу современного обычного либерала. Хоть ты назовешь себя коммунистом, хоть социалистом, хоть нацистом, хоть кем угодно, хоть там, не знаю, я там патриот и Руси 7000 лет. Вообще пофигу. Вся абсолютно риторика чисто либеральная. Мало того, она 100% потребленческая, то есть капиталистическая абсолютно, буржуазная, я бы сказал. Что мы видим сейчас? Мы видим огромный пласт огромный буржуазный пласт, если говорить уж с социалистической точки зрения, да, то есть люди, которые живут с этой растущей экономики, с капитализма, которые получают зарплаты, которые потребляют товары, которые пользуются услугами, которые производят и предоставляет им капитализм, так вот им просто мало. Вопрос стоит не в том, критично это для выживания или не критично, подходят ли люди с точки зрения какой-то аналитики к тому, что происходит. Вот. То есть это не критично, поймите, что в США не критично, что в России не критично, что в Европе не критично. А все это в основном упирается в мало. Мало. Хочу еще. Я сейчас вижу, то есть там одно видео показали, где забастовка работников, автозаводов GM. GM дышит на ладан, справедливости ради. Хоть они и показывают там рекордные прибыли, но стоит им немножечко сократить эти прибыли, и они фактически рассыпятся. Если сейчас начинать поднимать зарплаты обычным работникам, у которых и так хорошие зарплаты, чего им не хватает, так это медицинского обеспечения, я так понял, в основном. У них и так высокие зарплаты, по американским даже меркам, у них хорошие зарплаты. Пусть они работают на черновой работе, там, ну, грубо говоря, там, собирают машины, это же не прям высокотехнологичная работа. Вот. Глядим на Россию. Человек жалуется, что у него зарплата 17, там, 15 тысяч. Вот. Никто его на этой работе не держит, поймите. То есть вопрос состоит в том, что никто на этой работе его не держит. Абсолютно. Сказать, что там нет другой работы, невозможно. Есть работа. Это во-первых. Во-вторых, вопрос стоит же в том, что у меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть деньги на бензин, у меня есть деньги на еду, у меня есть, в конце концов, компьютер, у меня есть, может быть, смартфон, с которого я, собственно говоря, посты это или комментарии пишу, но мне мало. Недавно услышал как бы мнение Клима Жукова о том, что 60 там, тысяч, да, зарплата для врача. Это мало, это вообще ничего. Это, ну, просто пустой звук для человека, который находится там
в тяжелых условиях, работает, спасает жизни и все такое. С одной стороны, я не могу не согласиться с этой точкой зрения. А вот с другой стороны, вы знаете, у меня есть опыт, когда 60 тысяч – это просто не то, что за глаза, это просто ужаться. И это не в Москве, где довольно-таки невысокие цены. Это не в провинции где-то, где тоже цены очень редко выше, чем в больших городах. Нет, это в большом городе, довольно дорогом городе. Вот 60 тысяч – это просто ну за глаза. За год можно насобирать на машину, которая ездит, скажем. За год можно насобирать, там, не знаю, на пару смартфонов, наверное. За год можно выпустить, не выпустить, хорошо. То есть ты себе ни в чем не отказываешь. Можно накопить на поездку в какой-нибудь Египет. Потому что я слышал от коммуниста, или нет, я не помню, по-моему, не от коммуниста, ну, неважно. У меня маленькая зарплата, я не могу поехать в Египет, я не могу поехать за границу, я не могу себе этого позволить. То есть критическим сейчас, именно в современном мире, является уровень потребления для человека. Никакого значения там, непосредственные свободы, непосредственное выживание твое, не знаю, там даже не уровень медицины, а уровень как бы твоей жизни, твоей семьи. То есть это все обеспечено почти в любом государстве сейчас на нашей планете. Ну, не в любом, я говорю почти в любом. Это 100% обеспечено. Все, что я слышу, это мало. Я не знаю, насколько это либеральное, или социалистическое, или нацистское, или националистическое, как бы мысль. Но в целом мысль прослеживается одна, абсолютно не имеет значения никакого от какой ты бы не, ну, короче говоря, с кем бы ты ни начал разговаривать, то есть мысль прослеживается всегда одна и та же. Мало. Мне мало там зарплаты. У меня плохая машина. Я хочу жить в доме, в частном, да, там, или в дом получше хочу. Хочу новый смартфон позволить себе. Хочу поехать за границу отдыхать. Хочу, не знаю, там, жрать от пуза. Хочу новый телефон. Хочу, не знаю, там, крутую одежду. То есть вообще вся риторика с любой абсолютно стороны заключается либо в том, исключительно в том, что мало. И даже когда мы начинаем говорить о коммунистической, социалистической, так сказать, точке зрения, мы исходим из того, что у нас нет производства. Верно же? То есть, ну, правильно, совершенно, абсолютно верно, я согласен, у нас нет производства. А для кого нам производить? Ну, то есть, вот как бы с точки зрения капитализма, я понимаю, у нас нет производства, мы не можем конкурировать, рыночек не может порешать нам, допустим, нашу пользу. Но с точки зрения коммунизма, у нас мы себя типа ничем не обеспечиваем. А зачем? Ну, то есть, с такой точки зрения, зачем? Мы превысим массу критическую произведенной продукции, которая действительно необходима нам за 5-10 лет, если мы начнем производить свое. Дальше мы упремся в тупик, и все эти заводы, там, не знаю, фабрики и прочее придется закрывать. Потому что на Украине наша продукция никому не нужна. В Казахстане наша продукция никому не нужна. Может быть, в Азербайджане каком-нибудь, и то сомневаюсь, не нужна. Там Узбекистан, Таджикистан возьмите, там что еще у нас тут есть, так. Ну, Прибалтику вообще молчу. Нахрен мы там не нужны. Финляндия не нужны мы.
То есть я вам называю только те страны, которые там нас там непосредственно прилегают в какой-то мере. А в КНДР не нужны наши продукты, у них нет денег потреблять. Ну, я просто молчу про то, что, ну, Китаю мы вообще нахрен не нужны со своими производственными мощностями. Вообще им не интересны мы. Индия то же самое. Евросоюз, ну, я вообще молчу. Чё смеяться? У них своих производительных мощностей тьма. С Бразилией начинает торговать. Бразилия полностью 100% американская. В Японии переизбыток всего. Любая страна Латинской Америки, кроме, может быть, там Венесуэлы, да нахрен мы им не нужны со своими товарами. Они могут покупать у китайцев намного дешевле. Мы никогда не сможем себе позволить такой уровень цен. Ну, куда? В Африку продавать? Африка тоже китайцами уже плотно занята. Вы поймите, что мы через 5-10 лет упремся просто-напросто в тупик. И дальше все, дальше конец. Дальше тупик. Вот. И вот вся эта риторика исходит с любой стороны. С любой стороны. Она исходит из того, что мне всегда мало. И есть та прослойка людей, да, то есть у нас в России, в США, допустим, да, там, крупная прослойка людей, которая за любую власть, которая вот сейчас. То есть она не такая грандиозная прям совсем. Ну, допустим, там, не знаю, там люди, которые капиталистическим мышлением обладают, размышляют разумно с точки зрения подходя того, что как бы о чем мне бурагозить? Чем эта власть плоха? Смотрите, у меня есть возможность, то есть я прикладываю руки, да, я зарабатываю там 50, 60, там, не знаю, 100 тысяч. Я даже там не особо работаю, я зарабатываю там 30, 50, 100 тысяч. Это никакие не знаю, там, не купи-продай. То есть ты сам непосредственно не занимаешься этим, там, тут купил, там продал. Ты никакой не чиновник, ты типа в частном секторе работаешь. Ты какой-нибудь банальный менеджер, ты какой-нибудь банальный водитель, не знаю, строитель. И слушайте, я знаю, как бы, что сейчас слесаря, да, вот приложи руки, зарабатывают легко 100 и более. А посварщики 100 и более. Кто еще? Толковые электрики. То же самое примерно. Что еще из такого обслуживания банального там? Механики вполне хорошо себя чувствуют. Какие-нибудь автоэлектрики, я вообще молчу. Ну и так далее. То есть ремонт кто делает в домах. То есть вот, пожалуйста, я просто молчу уже про то, что ты просто сидишь в офисе, там перекладываешь бумажки с одного места в другое. То есть это не какая-то там мыслительная работа, связанная с тяжелыми нагрузками, там даже банально пойди продавцом работать там. Ну, ЗП 30-ка это вот как бы нормально, я так думаю. Честно, не знаю даже, какая зарплата вот у продавцов. Но судя по тому, что как бы в окружающих меня магазинах продавцы вообще не меняются, никуда не уходят. Каким-то образом им удается, им нравится. И причем по ним видно, что они как бы, ну, не совсем простые люди. Хотя некоторые меняются, безусловно, но всегда всем надоедает. Что-то меняется в жизни и так далее. Но сказать, что какая-то текучка прям идет прямо из магазинов, ничего подобного. Люди сидят на своем месте годами, а то и десятилетиями. Продавцы банальные. То есть это надо работать все равно. То есть как бы продавец ты почти весь день на ногах. И мы не говорим уже просто о работе, там, не знаю, каким-нибудь менеджером. То есть работы, работы.
Пойди в супермаркет, там, ой, в какой-нибудь гипермаркет, супермаркет, там, куча бутиков, устройся там продавцом и сиди целый день, продавай всякую фигню кому-нибудь. Работы на самом деле полно. На грязную работу постоянно возятся всякие разные там братья наши меньшие, так сказать, из Средней Азии, там, не знаю, вот у нас дворники, мусор вывозят, что еще из тяжелого, эти, как их, ну, честно говоря, канализацию чистят у нас русские. Вот сколько раз видел горговно, так сказать, русские. Строят дороги, там, допустим, да, не русские, там. Что еще? С утра до ночи работают на автобусе. Ну да, в основном не русские, но сейчас их вроде как хотят отлучить от этого. На стройках вкалывают то китайцы, то корейцы, то узбеки. Ну там, блин, тяжелая работа, что смеяться. То есть мы стали нацией, которая, собственно говоря, уже доминирующая. И при этом у нас все плохо. Работает, видите ли, нет, все плохо. Мало, не могу себе позволить купить машину с автосалона прям непосредственно, как американцы. Не могу позволить себе поехать в другую страну, как американцы и все такое. То есть, а теперь подумайте просто, социализм в тех условиях, тогдашних, социализм и социализм сейчас, какие у него предпосылки? Тогда были предпосылки того, что либо ты сейчас поднимешься и выберешь правильную власть, скажем, или сдохнешь. Сейчас стоит вопрос вовсе не в вымирании наций, не в том, что тебе плохо там живется, не в том, что ты там умираешь с голоду или что-то еще. Нет. Все абсолютно строится на капиталистическом понимании рынка. Я хочу потреблять, я идеальный потребитель, я хочу потреблять как там, где-то там, и вот, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, это базируется сейчас на абсолютно иных ценностях, на абсолютно иных понятиях. Но самое интересное, почему я, в общем-то, и задался этим вопросом. Зачем сейчас стравливают людей? Потому что воевать в таких условиях невыгодно, тем более гражданские войны, которые сейчас практически собираются, как бы, ну, предпосылки, к которым есть. То есть это не какие там войны, не какие-то там войны, знаете, там пойдет там США на Мексику или на Канаду, там, или мы пойдем воевать с Украиной. Нет. Это все наоборот. Это стоит именно в том плане, что американец на американца полезет, русский на русского, украинец на украинца, да, допустим. Там, не знаю, даже немец на немца полезет. Ну, в Евросоюзе там попроще на самом деле, там, скорее всего, начнут друг на друга кидаться. Хотя во Франции там, ну, полностью такое противостояние. Туда в той же просто-напросто этой самой Каталония против Испании. Баски против Испании и Франции. И так далее, и тому подобное. То есть все как-то так компактно сжимаются, вот, знаете, как пружина, с ненавистью наливаются. С американцами это проще или нагляднее, это потому что они очень действительно прямолинейные. Они глупые, но зато они прямолинейные. То есть они не увиливают, не придумывают какую-то херню, знаете, там, не пытаются быть там чересчур там политкорректными, хотя одна часть пытается. На самом деле они очень такие прямые. То есть если ты либерал, вы все нацисты, вы все ненавидите ЛГБТ и мусульман, там, допустим, да, там феминизм это круто, а вы все плохие, короче. Если ты там, не знаю, консерватор, то ты, там, вы все там
лептарды, вы там все полностью отбитые феминисты, либералы, вы все не сумасшедшие, ненормальные. То есть как есть, так и говорят, по большому счету. В Европе это все очень завуалировано. То есть там тысяч, не знаю, с веками там учились не вступать друг с другом в конфликт. Особенно в таких странах, как Бельгия и Голландия. Нидерланды, сори. Вот. Поэтому, почему я, в общем-то, и задался таким вопросом изначально. Зачем стравливают людей? Эти люди сытые. Понимаете? Сытые. Возьми Россию, возьми Украину со всей там печалькой. Возьми Прибалтику, Беларусь, Казахстан. То есть любую бывшую Советскую Республику, то есть любую там, не знаю, страну бывшую соцблока, ну там, где было когда-то хорошо, а сейчас там хреново. То есть, ну, то есть самое днище практически, да, то есть Россия, там Украина, любая страна соцблока или Советского Союза, бывшая республика. Днище абсолютное, но люди сытые. То есть с помощью чего ты собираешься их сподвигать на, чтобы убивать друг друга, на то, чтобы пускай даже если, ну то есть если они хотят там, например, добиться гражданской войны в таких странах, да, то как ты людей на это сподвигнешь? Они сытые, они не хотят не то, что убивать друг друга, они из дома порой не хотят выходить. Как ты собираешься продвигать тогда, ну, то есть ценности социализма, потому что социализм это отказ. Отказ от потребления, отказ от такого образа мышления, что для меня важнее там новая машина с автосалона куда-то съездить, чем будущее наших детей. Плевать мне абсолютно на будущее наших детей, все, что меня интересует, это здесь и сейчас. И наглядный пример, кстати, это вот я очень хотел привести, что такие такси, как Яндекс, Убер, да, приходят на рынки, где уже есть другие, там, например, такие же такси, да, или как бы такси, именно что такси, да, то есть не служба заказа, а именно такси. Вот. И люди, то есть ради сиюминутной выгоды, не понимая, что через 3-5, там, 7 лет то, что сейчас для тебя плюс, через 3-5, там, 7 лет тебе урежут оплату, например, ну, то есть тебе как водителю урежут оплату просто-напросто, цену за поездку настолько, что ты будешь просто выживать. Вот, то есть ни о каких уже там сверхзаработках уже идти речи не будет. Но людям глубоко наплевать. Они не держатся за то, что есть, да, и, собственно говоря, компании тоже по-тупому поступают, потому что приходят, да, на рынок, там, побеждают на нем, а потом приходит, там, не знаю, Яндекс.Такси или Uber и начинает убивать его просто, потому что у них просто больше денег, потому что они могут больше бонусов предоставить, чем любая другая, там, служба заказа. А людям пофигу таксистам, они идут туда, куда, где больше денег платят. Насрать им вообще. То есть они там прогибаются, более жестким правилам готовы следовать ради сиюминутной выгоды. А то, что через 3-5 лет ты на эти же деньги, на эти же, ну, на такое же количество работы будешь как бы получать примерно в полтора, там, а то и два раза меньше, это никого уже не интересует. Интересует здесь и сейчас. Хочу вот потреблять быстро, сейчас здесь. Безусловно, это как бы это вовсе не идейные люди. Но а чем отличаются идейные люди, которые не, ну, то есть в своей сытости, да, там, пока ты там на первом, на втором, на третьем курсе, там, ты еще, ну, тупой. То есть ты там весь такой воздушный, волшебный, весь такой хороший, добрый, там, готов всех спасти, потом наступает, там, не знаю, четвертый, пятый курс выпуск. У тебя вдруг внезапно семья, дети, квартира есть, машина. Ну, как бы, ну,
С чего вдруг вот этим всем, не знаю, там, ну, 3 миллиарда, наверное, населения, да, на планете будут жертвовать? А ради чего? Какова объективная реальность, почему мы должны переходить в социализм? То есть, опять же, вот если смотреть с точки зрения, что либо с одной стороны гражданская война, а как ты сподвигнешь этих сытых, зажравшиеся морды на то, чтобы воевать? Или как ты сподвигнешь их на то, чтобы отказаться полностью от потребления, от потреблятства? Это зажравшиеся морды, которые не захотят ничего лишаться. И вот как бы в этой глобальной ситуации ты как бы, я не знаю, ну на что, ну как бы, каковы триггеры? Почему я, в общем-то, и задался в свое время этим вопросом, что социализм пока невозможен? Я не вижу никаких триггеров, я не вижу, где этот петух, который клюнет. Просто понимаете, когда и если случится, например, мировой кризис, не тот кризис, который там был в 98 или 2008, а когда тебе просто элементарно будут нарушены финансовые связи, будут нарушены связи, ну, как бы поставки, как бы комплектующих, будут разорваны иногда, можно даже дипломатические связи, будет там, ну, дофига всего будет. И люди вдруг лишаться доступа к свободным деньгам, то есть, ну, деньгам, которые кредитами являются, потому что капитал расти больше не сможет. В этих условиях, безусловно, то есть, я не знаю, сотни миллионов, миллиарды, может быть, людей окажутся в условиях, когда им просто будет недоступна еда. Вот. Это может быть. Будет это или нет, я не вижу, например, к этому никаких предпосылок. Потому что я вижу, что все пытаются сделать очень-очень гладко. Насколько бы там у тебя не упал уровень потребления, уровень жизни, как бы тебе там плохо не стало, вымрут там, не знаю, 200-300 миллионов на планете в тех или иных частях света, это глобально ни на что не повлияет. Этого даже, в общем-то, планета и не заметит. Ну, в смысле, человечество не заметит. Там до миллиарда человек может вымереть, и это глобально ни на что не отразится, потому что у всех будут другие проблемы, естественно. Вот. Я еще это прекрасно понимаю, но пытаются же сделать все очень гладко, без грандиозных потрясений. И, соответственно, этому как бы... Если потрясение произойдет, то обычный человек, он, скорее всего, не вскинется на дыбы, а он впадет в депрессию от того, что особенно мужчина, который просто банально не сможет найти работу. И в парадигме его не будет, то есть он винить капитализм в этом, не будет винить там, не знаю, барина, который его уволил, или еще что-то вроде того. Ну, посмотрите на Советский Союз. На 90-е годы. Где? То есть люди мгновенно обнищали за пару лет. Обнищали до состояния просто, там, не знаю, какого-нибудь Зимбабве. Где вы видели в России, да, там, не знаю, там, бунты, именно бунты, не вот это вот то, что было у нас в 93-м году, допустим, а полноценные, там, не знаю, полуголодные бунты, потому что до голода все-таки не дошло. Видели ли вы полуголодные бунты? Кто-то пытался, не знаю, там, ворваться с оружием или с вилами даже, там, в мэрию или в полицейские участки или что-то вроде того? Нет, этого не было. Будет ли это сейчас, тоже не ясно. То есть, как сподвигнуть людей, которые сытые, довольные, у них все есть, им есть что терять, самое главное,
И если они это вдруг начнут терять постепенно, они не будут винить власть, они не будут винить там, не знаю, кого-то. То есть в этих условиях уже все, враги есть. Там у коммунистов это будут там либералы или там, не знаю, нацисты, еще кто-нибудь там, пропутинцы. У пропутинцев это будут, конечно же, там какие-нибудь американские забугорные там враги, социалисты, коммунисты, нацисты, патриоты, ну или там националисты, допустим, или как вариант, как в Америке, да, там и у нас то же самое будет, там виноваты там украинцы, там, не знаю, чеченцы какие-нибудь, там узбеки виноваты, там, не знаю, грузины, армяне, евреи те же самые виноваты. Кто-нибудь виноват, но не система. Почему и, в общем-то, вопрос этот стоит, что в Америке нет, понимаете, нет как класса, и они не существует. Буржуазия и понятие о капитализме. То есть там 25 тысяч социалистов, может быть, еще понимают, что это за вопрос и все. А глобально понимание, что виноват капитализм, в Америке не существует. Виноваты либералы, виноваты нацисты, виноваты фашисты, антифашисты, не знаю, либертарианцы, виноваты мусульмане, негры, там, не знаю, чуваки, которые сидят на пособиях, виноваты. Да, короче говоря, кто угодно виноват, но не богачи. Трамп, он же миллиардер. Как он может быть? Ну, он же святой, ты что? Он же заработал себе денег. Он, ты что? Или там, не знаю. При этом отношение к чувакам типа Google или Facebook, да, там Цукербергу, ну как они нас угнетают, они не дают нам свободы слова. Чуваки, ну они же такие же миллиардеры, как и Трамп. Не-не, они виноваты во всем. Но глобально вот именно по личностям нет такого, чтобы вот ты работу мне давал, а сейчас ты мне ее отнял, и а ты виноват? Нет. Виноват кто угодно, но не мы. И вот эту как бы вот парадигму я вижу прям. Виноват кто угодно, но не мы. То есть даже если мы будем считать, что Хазин прав и либералы вот там в панике пытаются спасти там современную систему, вот. Понимаете, либералов будут винить в этом. Не все. Точно так же, как и, не знаю, консерваторов будут винить вовсе не все. Останутся хоть так, с любой стороны останутся миллиардеры, миллионеры, владельцы, не знаю, гигакорпораций, как я их называю, которые просто не существуют для всех остальных. Например, Уоррен Баффет, ну это же типичный либерал, типичный представитель либерального истеблишмента. У него гигакорпорация, она стоит триллионы. И при этом, как бы, ну кто на нее обращает внимание? Кто вообще знает о существовании BlackRock? Кто там знает о существовании там, как она, NPC или NPC, что-то такое? Или, ну, что-то вроде того называется. Там, ну, еще нескольких там инвестиционных гигакорпораций, которые либо владеют, либо управляют активами на триллионы долларов. Там, не знаю, там несколько корпораций, если собрать этих, у них экономика совместная превышает экономику США, причем валово. То есть экономика США столько не получает денег, сколько они, ну, то есть, точнее, не стоит столько, сколько стоят они. И вот виноват, понимаете, в этой ситуации окажется кто угодно. То есть может начаться какая-нибудь междоусобица, может начаться мелкая резня, начнет народ там, не знаю, друг друга убивать, там, грабить, какие-то начнутся там, не знаю, там, конфликты, вроде как в пьяном угаре, да? Там, допустим, там, а вот и черная рожа, там, как в США, например, а вот и нигер проклятый, ты у меня отнял работу, там, или ты из-за тебя, там, то, что я плачу тебе налоги, там,
Или ты там, не знаю, там на пособиях живешь, я тебя убью, или ты там, ты консерватор, ты там хотел там, не знаю, ты нацист, ты, ну, они реально нацисты, это типичный нацизм, корпоратия, в которой люди просто потребители. А ты там нацист будет, там, да, я тебя убью, допустим. Вот. При этом на чьей стороне в этой ситуации выступят армия, полиция, очень трудно предположить, честно говоря, даже. Тут может все повернуться в любую сторону. Говорить 100%, что там вот это вот следующий ступень к социализму, да ни хрена. Такое впечатление, что это просто элементарная попытка, как в 29-м году, да, в 1929 году, просто вот просто стереть все, что было до этого, и запустить это как-нибудь заново. Чтобы это заново все поперестроить, переделить, то есть рынки попеределятся, корпорации, даже корпорации могут поразоряться и так далее. И на глобальном уровне, да, получается, то есть я не вижу триггера непосредственного, который бы привел к гражданской войне в любой из стран, неважно. К переходу к социализму я не вижу, опять же, триггера. Но опять же, как говорится, я хочу все-таки оговориться, что я не хороший аналитик, я очень-очень плохо вижу все это и механизмы понимаю очень плохо. Но пока, как бы я сколько себя не спрашиваю, я сколько не пытаюсь найти это, нет триггеров. Создается атмосфера не революционная, ничего подобного, не революционная атмосфера создается. Создается атмосфера преднацистской Европы, где половина все воздушные, прекрасные и чудесные, как во Франции. Все такие добрые, милые и все такое. Но тоже злые, агрессивные, потому что капитализм разваливается, потому что все плохо. А половина злые, ненавидящие все и всех вокруг. Вот, готовы убивать, там, мочить козлов, там, не знаю, на кого скажут фас, на того и нападут. Вот, то есть. И это почти во всем мире. Ну, за исключением, может быть, Индии, потому что там вообще всем пофигу. И Китая. Ну и в Африке. Ну, в Африке тоже всем все пофигу. Как резали друг друга, так и резали. Только патроны подвозите, главное, и все. Вот и все. А мы вам не будем отдавать. Вот. Вот в этой ситуации я не понимаю ни триггеров, ни с помощью чего, или зачем даже. То есть для чего они делают, они стравливают людей друг с другом. Я не понимаю, потому что им война невыгодна. По идее, ну по логике вещей. Да и добиться от современного человека даже просто что-то сделать, пойти реальное, изменить, как в фильме «Ярость». Невозможно. И вот как бы вопрос весь меня вот, как бы занимающий в данной ситуации именно то, что послужит триггером. Что могло бы сподвигнуть людей на один из двух вариантов. Ну, как выразился, по крайней мере, Константин Семин, что у нас есть выбор типа между социализмом и варварством. Вот я реально сейчас действительно вижу на самом деле три выхода. У нас есть социализм в очень сильно теоретической плоскости. Потому что людей, готовых пожертвовать собой ради идеи, нету. У нас есть варварство, что проявляется в нацизме. Это когда предвоенная ситуация и какая-то группа людей готова убивать другую группу людей, и вполне себе это может быть в какой-то критической ситуации, когда будет превышена критическая масса и пропаганда возымеет достаточное действие и будет запущен какой-то триггер,
который способствует как бы переходу людей из стадии вот этого кипения в стадию взрыва, как, ну, как вулкан, да, то есть обычно просто будет превышена какая-то критическая масса и начнется извержение, то есть начнется война, начнут убивать, резать и так далее. То есть вот такой вариант. Но есть и третий вариант. 5-10 лет застоя, стагнации, безработицы, мало, скажем так, недостатка еды, не полного его отсутствия, голодать по-прежнему не будем в такой ситуации. И через 10 лет примерно там всем объяснят, там все, что все поругались, что все такое, и капитализм начнется заново. И мы снова будем там, грубо говоря, Россия не разговаривает с США, Китай не разговаривает с США, Европа там разговаривает со всеми, потому что она не имеет характера и хребта. И там Океания и Латинская Америка как-нибудь живут сами по себе, грубо говоря, выживают. Вот. Пока я вижу только такое развитие событий, честно говоря. Ну, по крайней мере, Михаил Хазин прям категорически хочет прям такого развития событий, что 5, там, 10 лет стагнации, недостатка еды, естественно, падение спроса, падение предложения, падение потребления, соответственно, разорение корпораций, разорение мелких фермерств, потому что они не смогут, возможно, даже соперничать с крупными корпорациями, которые будут уже не обязаны выплачивать дивиденды, допустим, и так далее и тому подобное. То есть есть вот три пути, по большому счету. То есть вот опять же, Хазин не видит двух путей развития, которые социализм и варварство. Семенин, например, не видит третьего пути, который, собственно говоря, заново капитализм. А еще кто-то, возможно, не увидит там, не знаю, ну, варварство не видит больше никто, кроме Семенова, по большому счету. Вот. То есть у всех такое впечатление, что дальше будет 100% социализм. Или все будет так же, как сейчас. То есть, ну, вот я, по крайней мере, общаюсь очень много с обычными людьми, и я понимаю, что обычному человеку вообще пофигу. Вообще пофигу. Все будет хорошо, все будет стабильно, ничего никогда не изменится, ты не шаришь, ты не понимаешь ничего. Все будет как всегда. Все будет нормально. Это вот в мозги въелось уже у народа, что за 30 лет как бы были потрясения, но это не критичные потрясения, они не привели ни к чему. Поэтому, ну ладно, потрясет там месяца 2-3, но потом-то все ну, устаканится, наладится заново. Ничего не переживай, пофиг. То есть уровень мышления такой, что система настолько стабильная, и уровень, как и мне один американец говорил, это самообучающаяся, типа там, или сама себя поддерживающая или адаптируемая система капитализма. Да? То есть она типа проходит через кризисы, и она улучшает себя, и там, или как-то учитывает предыдущие ошибки, и она там идет вперед все равно. Она же не ломается, типа, камон, Вторая мировая война. Просто напечатывание долларов, отвязанных от всего уже 70 лет. Сначала к чему-то привязанных хотя бы, потом вообще от всего отвязанных. Печатание в таких же количествах юаней, йен, евро. Ну, про Зимбабве мы все знаем. То есть все печатают просто бабло, по большому счету. Это как-то печально звучит.
Это же не знаю, зачем сюда заходят на такие стримы. На подобные стримы заходят эти самые, как их? Спамеры. Ну, здравствуйте, спамеры. Вот, продолжим, пожалуй, что. И общая картина как бы рисовывается вот такая вот, что у нас есть несколько направлений, по которым мы движемся. Но одновременно я вижу, что не с двух сторон, понимаете? То есть, если бы здесь было просто две стороны, я бы еще понимал. Те, кто противится социализму, и те, кто за социализм. Нет, здесь есть обязательно еще третья сторона. Ну, и само собой, есть не только третья, там их 33. Ну, это правильно, с одной стороны. Разделяй и властвуй. Работает именно так, будет проще намного. Когда у тебя есть не две, не три группы людей, а 1003. Или, не знаю, 10 тысяч групп. И на самом деле люди разделяются вообще уже по всему, что только можно. И объединяются, соответственно, по всему, что только можно. То есть доходит до смешного, что там какие-то либертарианцы появились. То есть люди с, не знаю, с чистыми мозгами, в которых нет ничего в мозгу, кроме «я либертарианец». Это как минимум глупо. Но в конечном итоге мы получаем что-то, в общем-то, я почему, в общем-то, и задался этим вопросом. Для меня как бы понятна стратегия, в общем-то, но для меня непонятен как бы исход. А что будет в конце? Мы захотим перезапустить капитализм, мы будем строить социализм, но даунгрейд будет такой грандиозный, что может привести к бунту. Вот. Но еще один маленький вопрос был в том, что даже если мы пойдем в социализм, сейчас все говорят, что весь базис строится на что? На чем? На экономике. То есть как? В каком-то там веке, да, произошло что? Изменение экономических отношений между людьми. Нужно было менять все. И создан капитализм. А сейчас, мол, типа, мы дошли до того момента, когда люди сознательные, люди достаточно там умные и все такое. Ну, как бы, камон, ребят, вы ненавидите друг друга за то, что вы просто-напросто не согласны друг с другом. Какие вы нахрен просветленные? Какой социализм? О чем вы говорите? Нет, ну если социализм именно в том виде, в котором американцы его представляют, что он будет промывать мозги 24 часа в день и убеждать вас в том, что социализм это круто, и нам, ну и ради там какой-то цели определенной, там, давайте будем двигаться туда. А управлять вами будут те же самые люди, что и управляют при капитализме. Получать все шанишки будут эти же люди. Просто вы этого не будете знать. Ну, допустим. Ну, а с интернетом я не представляю себе такого варианта. Хотя, в принципе, с помощью интернета промывать мозги вообще, то есть настолько просто, что телевизор вообще просто нервно курит в сторонке, понимаете? То есть с помощью интернета можно настолько промывать мозги, причем не нужно вот этого вот пихания грубого тебе в этой самой, в лицо пропаганды. Тут же есть еще и другая сторона, религиозная. Потому что, понимаете ли, как бы мы не обустраивали свою дальнейшую жизнь, очень большую власть получили религиозные лидеры, как мусульманского мира, буддийского мира, само собой, и всякого разного христианского мира, как православного, так и католического. Внезапно церковь, то есть, вот смотрите, мы жалуемся на пропаганду, да, этой самой, как ее,
сейчас скажу. Мы жалуемся на пропаганду. Секундочку. Так вот, извиняюсь, мы жалуемся на засилие религии у нас, да, то есть там храмы строят, там пихают везде. А вы посмотрите на то, что происходит в США. Там полностью говорят, там религии, типа церковь и государство, они могут все не вместе. Они, прежде чем попеть гимн, они, между прочим, молятся. Не все. Но, поверьте мне, это пихается с телевизора так, что нашим даже, попам даже и не снилось. Мусульмане, как бы мусульманские лидеры, кое-где начинают вместо христианских, то же самое. Далай-лама во все возможных этих самых телепередачах, например, и в интернете тоже распространяется везде. То есть это, то есть теологию в Германии признали наукой, ну не наукой, а дисциплиной для изучения в, по-моему, в Британии и в Германии, да, признали как бы наукой, которая изучается в университетах. То есть, как бы, вы серьезно думаете, что это вот только у нас? Нет. Как ни странно, вот если мы идем в варварство, в нацизм, в национализм, в довольно тяжелые, затяжные, как бы, периоды голода, недостатка всего-всего-всего, то вот это вот, как бы, вот это вот пихание во все щели именно религиозной составляющей со всех сторон, оно вполне себе объяснимо. Но меня вот больше всего интересует, как бы, то есть, ну это же не только у нас, поэтому меня этот вопрос занимает. Меня умиляет позиция некоторых россиян, которые говорят: мне пофигу, что происходит там, главное, что происходит в моей стране. Ты живешь в глобальном мире, ты разговариваешь по интернету, который фактически сделали американцы, по технологиям, которые предоставляют китайцы на собранном, не знаю, в России из китайских, тайваньских, вьетнамских запчастей компьютере или смартфоне, который принадлежит, возможно, либо американской, либо корейской, либо китайской корпорации. То есть, камон! И ходишь ты в китайских шмотках, покупаешь ты американские или итальянские там духи, одежду и так далее. Ты ездишь на японском или американском или немецком или еще каком-то там автомобили, ну камон, ну как тебя, блин, не интересует, когда ты окружен этим везде? Как тебя это не интересует? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? И вот получается как бы такая же ситуация, что как бы большинству населения, то есть подавляющее большинство населения, по моему мнению, процентов 80, они политически неактивны вообще. Не доводи их до голода и никуда, никогда, ни за какие капришки и печеньки они не пойдут. Будь ты американец, швейцарец, не знаю, кто угодно, пока есть жратва, плевать на все. Пока все нормально, все у тебя есть, плевать вообще на все.
Самое важное в этой ситуации – это исключительно свое потребление, не более того. И в такой ситуации, как бы, чего вы уже ожидаете от как бы, я не знаю, то есть, чего вы ожидаете от социалистов или коммунистов? Что они бросят все и пойдут умирать ради чего? Да, безусловно, есть 20%, которые разделены примерно на групп так 100. Ну, в глобальном смысле они разделены всего на несколько групп. Это социализм, либерализм, хотя каким образом он левый получился, я не знаю. Социализм, либерализм, жесткий коммунизм, антифашизм. И что-то там еще на левой стороне. Ну, наверное, социал-демократия. А с другой стороны есть там, не знаю, нацизм, национализм, фашизм. Ну, хотя нацизм и фашизм практически одно и то же, но есть. Корпоратия, та же самая, нацизм. Ну и консерватизм, какие-то совсем уж жесткие консерваторы. То есть группы людей, такие как амиши или староверы, или еще что-то вроде этого. Ну, естественно, они уже вовсе не те, что были раньше. Они тоже включены в общую канву, но тем не менее. Да те же просто, не знаю, там, мусульмане отдельно, христиане отдельно, католики отдельно, буддисты отдельно будут. Китайцы отдельно, индусы отдельно, африканцы отдельно, латиноамериканцы отдельно там будут делиться внутри себя уже, как амебы. Это очень-очень специфические сообщества все получаются. В той же Африке, Африка будет отдельно, но как бы разделена на те же примерно сегменты. Ну, там потяжелее с этим, но тем не менее. Латинская Америка еще в каком-то смысле есть четкое деление там, не знаю, на нацизм и социализм. Ну и разные проявления формации его там. Плюс там я уже молчу про всяких там либертарианцев, не знаю, там, поклонников травы, поклонников там, не знаю, там, Супермена. Ой, это вообще там, там вообще тяжелые болезни дальше пошли уже совсем. Вот, любители аниме, любители там, не знаю, лолит, лоли, любители еще чего-нибудь, вплоть до того, что там, не знаю, начнут педофилы объединяться друг с другом, зоофилы объединяться друг с другом. То есть, чё только нет. Для тебя созданы любые условия, то есть, пожалуйста, все, что твоей душеньке угодно. Вливайся в любое течение, главное, не выбивайся из толпы. И вот как бы в такой ситуации, как бы, есть ли вообще варианты выхода из этого кризиса на самом деле? То есть я понимаю, что над этим работают лучшие умы человечества, которые по сравнению с моим, я не знаю, но это все равно, что боги. То есть я там амеба, а они люди разумные по сравнению со мной. И для них этот вопрос стоит в плоскости и социологической, и психологической, и психиатрической, и экономической, и математической, и программист, и программирование задействовано. Задействованы мощнейшие ресурсы для того, чтобы понять, как нам выйти из этой ситуации, куда идти дальше. Я понимаю это прекрасно. Я понимаю, что у меня моего процессора маленького не хватит просто-напросто объять информацию всю. И тем не менее, у меня складывается картина мира, в которой есть пока три выхода. Но ни один из них мягким не назовешь. Социализм – это отказ тотальный от всего. От общества потребления, от высокого стандарта жизни – от желания как бы потреблять, от всяких вот этих вот
извращений, которые там зоофилия, педофилия, порнография и прочее, и прочее, и прочее. И, ну, это так уже совсем жестокие там. Соответственно, это отказ от всяких суперменов, от божественного начала, от еще тысячи всяких разных условностей. Вот, традиционалистское общество, но мы не найдем всем работу. И как бы есть нацистское, ну, то есть корпоратическое, да, то есть, ну, это варварское, фактически варварский выход, когда просто начнут все друг друга ненавидеть и жестоко начнут просто-напросто мочить друг друга. Это невозможно, перерастет в гражданскую войну, но вряд ли это будет носить характер именно гражданской войны. Всем начнут резать друг друга на почве того, что я тебя ненавижу, ты во всем виноват. То есть капитализм развалился, но виноват в этом, там, не знаю, там, Вася, Мухаммед, не знаю, там, или какой-нибудь там Ли, или еще кто-нибудь, или какой-нибудь Ович виноват. Вот ты виноват в этом, не капитализм виноват, не капиталисты, не люди, которые там, не знаю, управляют большими гигакорпорациями. Нет, в этом случае виноват будешь ты. Кто ты, неважно. Мне сказали, что ты виноват, поэтому ты виноват. У меня в мозгах сидит одно четкое убеждение, ты виноват во всем. Не какие-то там определенные люди, а вот аморфный ты, обладающий чертами там либо нации, либо религии, либо рожа у тебя не такая, вот какая мне нравится, и так далее. То есть, ну, мы видим, это проявляется сейчас в массовых вот этих вот пострелушках регулярных. Это вариант нацизма. И он, я смотрю, он довольно силен. Ну или пострадать 5-10 лет, вернуться примерно к тому же, к той же модели, естественно, совсем с другими исходными, и продолжать опять наращивать население планеты. То есть буржуазная революция, по моему мнению, произошла вовсе не из-за того, что изменились просто экономические отношения. Они изменились не просто так, не сами по себе. Не потому, что люди там, не знаю, стали просветленными или умными. А просто элементарно стало со временем обрабатывать землю либо легче, либо проще, либо появились достаточно продвинутые технические средства, а людей стало больше. Нужен был целый класс услуг. То есть остальных людей нужно было трудоустроить, и капитализм предложил этот выход. Капитализм предлагал выход, где ты теперь будешь еще, вместо того, чтобы ты пахал только на земле или был только властью или воином, да, то есть три сословия, либо ты пашешь, либо воюешь, либо руководишь. То есть теперь есть еще одно сословие, то есть купи-продай, окажи услугу. Ну, по сути, купи-продай, потому что ты что-то покупаешь, оказываешь с помощью этого услугу, продаешь ее. Появился еще один целый класс, купи-продай. Что мы сейчас хотим сделать, что социализм в принципе вещает устами некоторых людей, что как бы, а зачем? Типа, ну все люди важны, все люди нужны, все хорошо, все четко. Социализм предлагает следующую ступень, где все всем обеспечены внутри общества, но при этом для того, чтобы всех туда устроить, твой рабочий день составляет не 8 часов, а 4. Остальные 4 часа работает другой человек, допустим. И это не штрайкбрехерство, это попытка трудоустроить всех. Почему я еще раз хочу повторить? Социализм сейчас не предполагает возможности трудоустроить всех адекватно. Все это связано исключительно с ростом населения. Соответственно, меняются экономические отношения. Когда у тебя есть просто класс пахарей, просто класс защитников, просто класс руководителей,
отлично. Все на своем месте, все четко все понимают, никаких проблем не возникает. Как только начинает расти население, на Земле становится слишком много людей. Съесть это невозможно, просто это напихивать и выкидывать бессмысленно, но можно создать целый класс новых людей, которые будут и потребителями конечного продукта какого-то, и угнетателями одновременно, поскольку они будут буржуазией, соответственно, они-то сами работать не будут, прям именно работать. То есть, например, допустим, да, там, ну, как бы, все считают как-то, слесарь, там, не знаю, это работа, это тяжелая работа, это надо и все такое. Ну, допустим, это надо, пока у тебя есть, там, не знаю, несколько десятков тысяч домов в городе, да, действительно нужны слесаря, тяжелая работа и все такое, канализация должна работать, подавать. А если у тебя там, не знаю, 1000 населения, тебе достаточно одного слесаря. Это прям, это больше услуга, чем работа на самом-то деле. Хоть это и тяжелая работа, хоть, ну, пускай тяжелая услуга, скажем так. Даже построить тебе дом – это больше услуга, чем работа. Но я не говорю, что это все ненужная профессия. Я просто привожу примеры такие самые критичные. А если мы начнем смотреть на пласт таксисты, общественный транспорт, водители и обслуживающий персонал, грандиозно огромное количество сервисов по продаже и ремонту автомобилей, начнем с этого, да, там, с самого простого. Бесконечное количество кафе, парикмахерских, магазинов, которые дублируют друг друга, компаний, которые поставляют одни и те же товары в одни и те же, грубо говоря, магазины, которые конкурируют друг с другом и дублируют. А в таком случае они там даже не дублируют, а по 20, по 30, по 100, по 150 раз повторяют одну и ту же функцию. Вот представьте себе, это все грандиозно, если подумать, в социализме абсолютно ни к чему. Вообще никак. А если еще вспомнить про всяких там, не знаю, художников, певцов, ну, в общем, творческую интеллигенцию, писатели, поэты, журналисты какие-нибудь специализированные особенно, то глобально мы понимаем, что а нахрена это нам? Если мы живем в социализме, нам нужно просто банально процветание общества каждому по телевизору, по компьютеру, скажем так, а уж развлекательного контента в интернете, ну, полно. Ютуберы не востребованы автоматически. Нет больших гигакорпораций, нет смысла заниматься ютубом full-time, так сказать, потому что ты не заработаешь там деньги. Ну, я имею в виду, что видеохостинг. Тот же Twitch. Нет работодателей, нет, соответственно, контента, нет создателей, там, например, игр, которые вообще-то очень себе даже услуга. Все интернет-сервисы – это услуги. Теперь представьте, какую часть нашего общества занимает интернет и связанное с ним. Сколько народ трудоустроены в технические и прямые, как бы прямая занятость непосредственно тем, что просто сидят в интернете и зарабатывают деньги. Грандиозные объемы. Если даже взять тот же Uber, Lyft, Яндекс.Такси и тому подобные, то есть сервисы. Сколько там в этих сервисах, то есть бездельников фактически. Ну, и вы можете продолжать это до бесконечности. Это будут и какие-нибудь сотрудницы кафе, там, не знаю, сотрудники в целом кафе, ресторанов, бесконечных забегаловок, фастфудов. Соответственно, работники супермаркетов, гипермаркетов, просто маркетов, магазинов и так далее, и так далее, и так далее. Это все будет однозначно дублировать друг друга.
И то есть как бы ну окей, допустим, вы всех их более-менее оставите на своей работе. Более-менее, потому что ну, невозможно будет, грубо говоря, централизованно распределять. Не будет смысла напрягаться, например, там иметь 10 компаний даже на город. Будет там, не знаю, одна-две централизованные, 1-2 централизованные, грубо говоря, главка, как и было при социализме. А куда пойдут все остальные работать? А никуда они не пойдут работать. Нет для них работы. Либо ты их будешь устраивать на одну и ту же работу, но опять же, социализм не предполагает общество потребления. А это значит, что количество производимых услуг и главное, товаров очень сильно конечно. Ты произведешь автомобиль, который проедет 20-30 лет, он будет надежный, прекрасный, ты его не будешь улучшать ни по каким параметрам, потому что тебе его не нужно продавать. Ты можешь на одном и том же заводе производить бесконечно долго небольшими партиями автомобиль, занимая там, допустим, 10 тысяч человек. Куда денется роботизация, не знаю. То есть потом ты произведешь для всех там, не знаю, смартфоны. Потом ты произведешь для всех, то есть машины, смартфоны, телевизоры, холодильники, печи, мебель. То есть 10, 20, 30, там, не знаю, 40 лет социализм, вот он будет так. Это капитализм просто централизованный. Все, то есть глобально это не имеет значения. Централизованный капитализм, который направлен четко в сторону человека, не в сторону людоеда. Но по концовке-то ты получаешь что? Ты получаешь тупик производства. Единственные сферы деятельности, в которых необходимо будет постоянная занятость, это либо добыча полезных ископаемых, которые будут использоваться для отопления или подачи электроэнергии, создания электроэнергии. Смежные сферы, сельское хозяйство, которое может вполне себе и сократиться, потому что, ну хорошо, ладно, мы будем всех пихать в колхозы. Кто захочет сейчас в современном обществе работать в колхозе? Примерно так, никто. Все сферы, связанные с сельским хозяйством, это, соответственно, и логистика, и производственные мощности, то есть там трактора, комбайны и так далее, сбор урожая, высадка, возможно, то есть все, что связано с этим. Это будет постоянный круговорот. Производство товаров потребительских, оно очень быстро придет к своему логическому завершению. Если не создавать дефицит, как в Советском Союзе, тогда, конечно, будет производиться все и долго. 100 лет, 200 лет. Ну, в какой-то момент все равно наступит тупик производства. Этот тупик будет наступать регулярно. А захотят ли люди после того, как они испытывали 70 лет прелести, блага капитализма, потребления, общества потребления, высоких стандартов жизни, захотят ли они туда как бы отказываться от всего этого? Вот примерно там, не знаю, процентов 70-80 те же самые не захотят. А им это ни к чему, незачем. Не, ну понятно, они будут жить в любом обществе, потом они приспособятся к этому всему. Но это же будет грандиозный шок для населения. А то, что предлагают сейчас, например, такие товарищи, как Хазин, это просто-напросто перезапуск капитализма. Жесткий, да, резет.
будет утеряно много данных, ну, в смысле, людей. Но это просто будет ресет. Ты просто сотрешь старую операционную систему и установишь новую на тот же самый хард. Ничего не изменится. Основа, базис будет тот же самый. Мы в тупике. И это все просто элементарно связано с тем, что растет количество населения. И мы пытаемся придумать систему, в которой бы мы, не понимая, правда, зачем, но трудоустроили всех. По большому счету, так это и работает. Возможно, следующий, как бы, левел нашего существования – это, не знаю, жизнь возле компьютера. Когда 75% населения ничего не делают, 25% производят там ресурсы, электричество, отопление и еду. Все остальные, я хрен знает, чем занимаются. То есть, по большому счету, если социализм будет таким, если социализм хотят построить именно таким, то это будет еще более извращенная форма капитализма. К сожалению. По крайней мере, я для себя ответа не нахожу на этот вопрос. Почему происходит именно так? Зачем стараются людей стравить друг с другом? Я не понимаю. Меня этот вопрос занимает. Потому что от этого зависит, как бы, развитие дальнейших событий в нашей жизни. И это касается каждого. Это не то, что мне вот взбрело в голову и все такое. Нет, это касается каждого. Потому что твоя жизнь будет точно так же затронута этим. Соответственно, ты тоже должен задаваться этим вопросом. А скорее странно, почему ты не задаешься этим вопросом. Вот этот вопрос ты бы себе задал. Это был бы очень интересный вопрос, на который, конечно же, безусловно, нужно для всех найти ответ, задать его себе и... Ну хорошо, люди как бы очень сильно ограничены в своих возможностях и, главное, в своих знаниях. Но если ты сам не можешь найти ответ, как коммунисты там говорят, да, образовывайся, спрашивай, задавай вопросы, интересуйся, смотри, не знаю, роликов в интернете полно. Развитие событий не предполагает бесконечной жизни вот так, как сейчас. Просто не предполагает. Это невозможно технической стороны. Это невозможно, и все, и точка. Это факт, доказанный уже не одним экономистом. Да и, в принципе, логика подсказывает, что не могут до бесконечности расти национальные долги стран. Все, точка, не могут. Закредитованность населения тоже растет во всех странах мира. Поэтому я еще раз хочу сказать, что задавайте себе вопросы, решайте их. И пытайтесь двигаться дальше. Это важный вопрос.